И всем снова привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил и Дэн. И Рита, дочка Рита тоже с нами. Вот, сегодня будем пробовать дегустировать новинку, друзья. Это вот такая вот, такое вот шампанское детское, называется оно. Как там? Тропик. Безалкогольный, со вкусом тропик. Прочитай, Дэн, что в состав хоть, пожалуйста. Я просто, ну, чтобы... Вода, подготовленная, насыщенная двуокись углерода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, концентрированный яблочный сок, спиртетил, ароматизаторы, пищевые, ананас, личи, консервант, бензоат, натрий, краситель, сахарный колер. То есть в основном добавки идут... Фимоза. Нормально. Хи-хи. Так, и следующий напиток. Потом, пока наливай этот. А я что, химоза? Нет, это не химоза. Это вкус. Но ты чуть-чуть попробуй. Если не понравится. Риск посильнее. Еще на меня все будет. Да ничего не улетит. Бабах. Трах бабах и нет его. А еще, кстати, заказали большой сет с роллов, нам сейчас везут. Мама, нет. Покажем, что же. Заказали. Дай по мне. Ну, это такое, оно слабо газировано, да? Все, все, все. Совсем слабо, да? Смотри, как шампусик. Ну, правда, не настоящий шампусик. Так. А мне вместо роллов. Давай, Дэн, сначала ты свое мнение. Свое мнение расскажи. Газировка. Просто газировка, да? Да. Ну, сиропом. Ладно, пока закрой. Сиропом. Давай вот этот. Да сильнее закрывай, потом еще попью. Ты мне пробовать уже? Подожди. Пей, пей, пробуй, да, и говори. Как тебе по вкусу? Ну, по запаху это сироп. Слишком. Ананас, сироп. Сироп. И вот смотри, да, есть еще две конфетки. Тоже попробуем на вкус. А если не замерзает? Фреш бар. Клубника со сливками. Серьезно? Серьезно, запах клубники со сливками. Вот одна конфетка. Эта конфетка называется кракан с миндалем. Вот это тоже. Ешь. Да по запаху это просто какой-то... И кофе. Как кофейное. По запаху вот этот напиток, он довольно концентрированный. Концентрированный, а да? Вот по вкусу довольно хорошо. Как газировка какая-то. Вкусненько, да? Да. Mm. Дает еще кинда ананасик чуть-чуть. Ананас, да. А этот? Да. Еще много газа. Ну, он газированный, потому что. Химия, короче. Ну, налей, ну, давай, ты сначала попробуй. 9 из 10, да, вот за этот? Да, мне очень нравится. Мне очень нравится. Здесь, друзья, пахнет. Цвет такой, как бы. Не замерзайки. Пахнет, цвет не замерзайки. Пахнет этим. Вот такой, да, смотрите, какой. Это новинка, вот только недавно мы видели. Сейчас Дэн опробует. Клубник со сливками. А мне клубник со сливками. Вместо роллов, пожалуйста. Я зайди, кстати, мне сейчас закажете вместо роллов. Нет, ничего, никаких вместо роллов. Я тоже хочу роллы. Ну, попробуй. На вкус, короче, как яблочная газировка с клубникой со сливками. Яблочный, так, сейчас попробую. Кисловатая. Кисловатая, плюс еще яблочная клубника со сливками. Так, сейчас, друзья, оценим. Да, запах. Клубник со сливками, и либо какой-то пирог, короче, такой, знаешь, пирожный карамельный. Запах карамельного пирожного, да. Да, вкус кисловатый, яблочный, но именно вот этот, конфетный. Да, можешь мне тоже дать конфетушку? Больше вкусный. Похоже, знаешь, не на этот, не карамель, а на вареную сгущенку. Да, да, да. Смотри, Ритин, это допивай. Да, я допью, я это не пробовал. Да, налил. Надо не смешивать. Там ананас. Вот этот вкусненький, кстати. Вкусненький. Я же говорю. Такой, как газировочка такая. Холодный будет еще вкуснее. Это что мне? Это что-то напоминает такое из детства? Крем-сода. Крем-сода, да, реально. Ну, пирожное, вкус, да, какой-то, как будто клубник со сливками, пирожное, конфеты. Да, блин, я не могу вспомнить. Вспомни, Рита. Тутти-фрутти? Жвачка? Это совсем не крем-сода, сахарную вату. Это типа таких пряников домашних. Пряничный, да, запах, как будто бы? Я когда-то нюхала пряник, они прям такой же. Такой
топленое молоко. Ну, похоже чем-то. Слушай, налей-ка мне еще. Я и не распробовал. Вот это хочу еще раз. Ну, мне понравился. Вот этот мне больше понравился. Ну, холод, давай смешай. С чем? А, смешать два? Не надо. Ну, давай попробуем. Я не буду пробовать. А мы попробуем. Хорош, чуть-чуть этого. И чуть-чуть дусифрута. Зеленый какой-нибудь. Вот такой, его слишком газированный. Мне уже больше... А по вкусу? То есть этот больше тебе понравился, да? Да, вот этому 9 из 10, а этому пятерку. Поменьше. Все, хорош. Это много этого. Это запах, 5. Короче, цвет получился такой белый вообще, прозрачный. Реально прозрачный. Сейчас приду. Сейчас попробую. Красиво. Я сейчас приду. Да. Химическая реакция кончилась. Блин, а вкус реально получился классный. Прям такой, знаешь, микс. Микс. Реальный микс из всех вкусов. Вообще класс, да? Микс. Ну, такой как бы... Пинаколада. Пинаколада, да. Во, пинаколада, да. Конфетки, Рита. Я как пинаколада. Не конфетка. А я попробую. Попробуй, друзья, конфетку. Такую вот. Офигеть, кофе. Кофейная. Угу. Вкусная. Там внутри вот это вот нуга. Карамелька кофейная. Очень вкусненько. Брали пятерочки, что-то там на развес. Ну-ка, сначала крокан. Оцени. Ну, по виду нормально. Ну, очень много карамели. Ну, попробуй хотя бы. Ну, по запаху мне нравится. По запаху, да. А по вкусу? Что там? Очень много миндаля. Так. Эту пробуй. Это жестко для тебя оказалось. Дай-ка я ее попробую. Много миндаля, приятно. И миндаль как будто в этом, да? Казинаке. Как грильяж. Не, вот это классная конфета. Тут меня смущает толщина. Почему она такая большая? Такая. Ой, мягкая. Открывай. Мягкая. Она очень мягкая. И тянется, да, еще? Вот это прикольно. Кофейная. Че? Ну, я не чувствую кофе. А, не. Сейчас чувствую. Вкусненько. Кофейная, да? Какая вот тебе понравилась больше? Ну, заешь что. По вкусу какая больше? Смешать. Мне довольно обе нравятся. Получится вообще. Мне обе нравятся. Мне тоже обе нравятся, кстати. Мне кажется, у этого по вкуснее. Там чуть после. Да, вкус, там миндаль еще. Вот крокан. Крокан вкуснее, да. Мороженое. После вкуса. Мороженое. Блендер. Вместе с мороженым замечательно. Так что я даю это 10, это 8. Ну, я тоже даю где-то так примерно баллов 7 вот этому крокану. И вот куда этому. Баллов 7? 10? Да, 8. Ну, кофе 8, примерно, да, 7-8. Ну так, они примерно одинаковые по вкусу, мне обе понравились. Что, ты не хочешь до этого? Мне, да? Вот это вкусненько. Вот, а я достал. Теперь все. Ну, вообще-то, нельзя много конфет. Можешь мне налить вот этого вот, Juicy Berry, я набираю. Смешать? Да. Ну не смешать куда? Давай смешать. Да, да, пью тогда. Не надо, мне давай просто, смешаем, мне просто попробуй. Очень вкусно, как пиноколада. Не надо. Мне нравится без пиноколады. Не, фреш-бар неплохой, кстати. Очень даже ничего. Вот тут, кстати, кофе, оно чувствуется, когда вот это вот... Серединка. Да, да. Такой, я бы сказала, желейка в виде кофе. Короче, мой итог. Итог. Первому напитку по напиткам. Джесси Берри я ставлю 10. Джесси Берри 10. Я там все же 9, потому что слишком какой-то много газа. Так. Второму напитку. Второму фреш-бару.
сколько примерно? Ну, я могу поставить только шестерочку. Угу. Это то, что мне нравится запах, но запах? Не нравится вкус. Он вкус такой. Цвет. Слабенький, короче. И цвет, да. Цвет какой-то сочковый. Да, по конфетам, ну, по конфетам твой фаворит вот это, да? Крокант, да. Самый вкусный. Мне кажется, вот это, ладно, я еще девятку поставлю, потому что... Это я тоже поставлю девятку, потому что слишком твердо и много миндаля. А ну, да. Если я поставлю восьмерку, потому что... Это мягкая, вкусненько. Мягкая, да, и но внутри кофе, если надоем, а я не люблю себя по кофе. Угу. Я больше что не миндаль или орешки. Ну вот, так что вот так, друзья, вот такой вот у нас обзорчик получился. В принципе, я думаю, что кому-то интересно будет попробовать. Попробуйте, а мы сейчас ждем роллов.